Қайырлы күн, құрметті денистіктер! Бүгін сіздерді біздің төл мерекеміз, Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Нұр-Сұлтан – город мира, сердце Евразии, символ Родины, динамично развивающаяся, процветающая, толерантная и политически стабильная страна в центре Евразии, играющая роль подлинного цивилизационного моста между культурами и религиями, стал реальным и притягательным центром силы в современном мире. Нұр-Сұлтан халқымыз үшін тәуелсіздік пен өсіп-өркендеудің алтын тұғыры. Елбасының перзентінде болған Астанаға тұңғыш президенттің идеялық еңбегі ғана сіңген жоқ. Қаланы жасыл желекке көмкерген бас бағбаны да, ажарын сәндеткен бас сәулетшісі де мемлекет басшысы болды. Сондықтан елбасы мен елорда егіз ұғым, уақыттан оза шапқан бүгінгі Астана тұтас еліміздің ертеңге деген үкілі үміті мен сенімінің көрінісі, арманы мен тілегінің кепілі. Астана в переводе «столица» получила название в 1998 году, когда стала столицей Казахстана. До 1961 года город назывался Акмолинск. Затем его переименовали в Целиноград. А с 1992 года по 1998 он назывался Акмала. И 23 марта 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы город Астаны в город Нур-Султан. Қазақстан мемлекетінің астанасы Нұр-Сұлтан күніне арналған мерекелік бағдарламамызды ашық деп жариялаймыз. Дамыту бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы Хасанова Нағима Аспанқызына беріледі. Құрметті Денисов ауданы тұрғындары, сіздерді тәуелсіздік Қазақстанымыздың 30 жылдығы шеңберінде өтіп жатқан Астана күні Нұр-Сұлтан қаламыздың туған күнімен құттықтаймын. Бәрімізге зор денсаулық тілеймін. Ашық аспан. Я хочу сказать, что в этом году мы день столицы, нашей юной столицы, любимой столицы Нур-Султан отмечаем в год 30-летия независимости Республики Казахстан. Наша столица юная, наше государство, ему всего лишь 30 лет, но государство и нашу столицу знают за рубежом, знают все. И все любят эту страну, любят все эту столицу. Вы, наверное, смотрите телевизор, и когда мы видим отзывы известных людей о нашей столице, у нас, конечно, гордость за нашу страну, за наше государство. Я хочу вам сказать, что вот два года мы живем в такое тяжелое время, период пандемии, и в этом году вот опять так получилось, что мы сегодня проводим мероприятие в формате онлайн, потому что мероприятием... И сегодня мы вот в таком формате на улице проводим нашу концертную программу, именно для посвященную для нашей любимой столицы. Я хочу нашей молодежи обратиться, где бы вы ни были, вы всегда говорите и рассказываете. Это столица нашей любимой Родины, и ею нужно гордиться.
Казалось бы, прошло немного всего времени, но она была по решению нашего Елбасы перенесена в город Акмалу, и сейчас это самый красивый, современный, очень такой интересный город, который был воздвигнут, или, будем говорить, организован, образован именно в степи. И очень красиво там, особенно, наверное, сравнивая его с нашей Алматой, Алмата исторический город, исторические места, а в городе Астана очень много современных, интересных объектов, и все гости, кто к нам приезжают, они всегда радуются тому, что они побывали в этом городе и говорят, что любят и хотят возвращаться не раз в этот город. И в этом городе, в нашей столице, в нашем районе, и в районе, конечно, и в нашем государстве живут очень гостеприимные, добродушные люди. Сегодня хотелось бы провести небольшую, в честь нашего мероприятия, хотелось бы провести небольшую церемонию награждения именно тех, кто связан с творчеством. Как я уже сказала, что в этом году все мероприятия проходят в рамках 30-летия независимости Республики Казахстан. И вот, насколько я знаю, на днях танцевальный коллектив «Изюминка» побывал в городе Кустанае, участвовал в третьем региональном фестивале казахского танца «Мымбурлуган Бишлер» в рамках реализации программы «Рухани Жангру», посвященном 30-летию независимости Республики Казахстан. И они были награждены дипломом. Венера Фаниловна, разрешите вас пригласить на сцену и вручить вам данный диплом, а вашим юным, вашим воспитанницам пожелать и вам тоже крепкого здоровья, творческих успехов. Мы вас поздравляем. Всего самого наилучшего. Вы вносите свой вклад в развитие нашего искусства Денисовского района и Кустанайской области. Мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо огромное. Вы знаете, что у нас есть традиция поздравлять и чествовать выпускников наших школ, тех, кто принимал участие в наших мероприятиях. Мы награждаем выпускницу 11 класса Денисовской средней школы номер 1 за творческие успехи, активное участие в культурной жизни Денисовского района, Юречко Елену. Желаем тебе интерес к жизни, к работе, творчеству. Пусть муза, вдохновляющая на создание шедевров, никогда тебя не покидает. А каждое твое творческое начинание сопровождается успехом и признанием. Огромное спасибо. Такой же грамотой руководитель отдела культуры награждается Лазарева Кристина, выпускница Денисовской средней школы номер 2, участница танцевального коллектива «Изюминка» за творческие успехи и активное участие в культурной жизни Денисовского района. Также мы награждаем выпускницу Денисовской средней школы номер 1, насколько я знаю, это выпускница 9 класса, да? Цыпала Эвелина. Цыпала Эвелина. Есть Эвелина? Грамотой награждается выпускница Денисовской средней школы номер 2, Шерер Ольга. Участница танцевального коллектива «Изюминка». Грамотой награждается Котова Ксения, выпускница Денисовской средней школы номер 2, участница танцевального коллектива «Изюминка». Насколько я поняла, сегодня у нас на мероприятии мама
нашей Ксении. Мы поздравляем, большое спасибо за воспитание вашей дочери и за ее вклад в творчество нашего района. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю всех с праздником, крепкого здоровья, счастья, благополучия, чистого голубого неба. Нагима Аспана, благодарим вас и поздравляем с днем рождения столицы. А сейчас для вас танцевальный коллектив «Фаворит». Қарсы алыңыздар, туған жер әнімен Мұхтаров Марал. Сынып төзім, бұланды көзім.
жерім менің, думандама елім, тәлі шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Туған жерім менің, думандама елім, тәлі шырын сезім. Туған жерім менің, отаным бұл елім. Жер. Встречайте, на сцене танцевальный коллектив «Изюминка» с казахским танцем. Руководитель Матеха Венера. Thank you.
коллектив «Изюминка». Құрметті көрермендер, тағы да Астанамыздың туған күнімен, Нұрсұлтан қаласының туған күнімен құттықтаймыз. Алдарыңызда Газезов Бекзат, қалағанымен бір бала. Қарсы алыңыздар. Встречайте Газезов Бекзат с песней «Бір бала». Газезов Бекзат с песней «Бір бала». Встречайте дуэт «Жүрек даусы» с песней «Тударай». Мариям жағыр деген орыс қыза, мұнатым он жетіге келген кезі. Қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағам Марияның айтқан сөзі. Дудар ай дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар ай дудым. Oh,
Ширалина Ботагос, Мухтаров Марал. Құрметті біздің көрермендер, қарсы алыңыздар, алдарыңызда Газезов Бекзат, елім менің әнімен. Слова Нұрсұлтана Назарбаева, музыка Бекболата Тілханова, песня «Елім менің» в исполнении Газезова Бекзата. Ваши аплодисменты! Ata ne
Татарским танцем. Ваши аплодисменты. Девочка из города Караганда. Ваши аплодисменты. Песня «Девочка из города Караганда». Thank you.
песней «Девочка из города Караганда». Ваши аплодисменты. Сижаенда Асанбай Бэлэ Бэрэ Барвадым жанымда қалыптары Байкесын болға темім мені Себебі мен өзімді ұмытпадым Девочка из города Караганда Жүргенсін мен қарағанда Сүрекенде жүрек соға Құнағандай барағанда Девочка из города Караганда Шымиясын мен қарағанда Сендегенде жүрек соға Ойнағандай барабанда Сендегенде жүрек соға Ойнағандай барабанда Ленин Жантуре. Дорогие друзья, мы еще раз вас поздравляем с праздником нашей любимой столицы, города Нур-Султан. Встречайте Ширалина Ботагоз с песней «Астана». Ваши аплодисменты. Это главная поддержка наших творческих коллективов. Достойным талантом
Шералина Ботагөз. Қарсы алыңыздар. Түлендин жан түре Қазақстан әнімен. Аяулы да қымбатты Астанамыз Нұрсұлтан туған күніңмен. Babalar bol жерден елін қорғап бермеген, батырлар бол жерден намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауы қала сермеген, Қазақстаннан, Қазақстаннан. Ал қазір мақтаныш бізде қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастағы қорылған көр баласы, Қазақстаннан, Қазақстаннан. Астанам, туған елдің жүрегісің, өзіңнен бастау алар өрелісің. Шаһарлар толып жатыр, бірақ сен бәрінен бірегей бөлегісің. Дорогие друзья, наше мероприятие подошло к концу. Мы еще раз поздравляем всех с праздником, с днем столицы. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көріп тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше, сау-саламатта болыңыздар.